сорт острого перца Хабанера Заури. Этот перчик относится к виду Capsicum chinensis. Это один из самых высокоурожайных сортов хабанера. Посмотрите, какое количество перца у него. Гляньте. Все усыпано. Он висит целыми пачками. Сейчас листочек уберу. И посмотрите. Смотрите, как он, какими пучками. Вот созревает он от зеленого цвета. Сначала темно-зеленый, потом светло-зеленый. Потом, вот видите, как он переходит с зеленого на красный. Не сначала с зеленого на оранжевый, потом с оранжевого на красный. Очень вкусный перец, фруктовый аромат и с такой небольшой пряной ноткой. Вот такие вот красавцы, ребята. Высота такого перчика от 50 до 70 сантиметров. Если вы выращиваете у себя на подоконнике, этот перец незаменимый для вас. Такой кустик может нести до 200, в некоторых случаях и до 300 перчин. Это не то, что вы, например, выращиваете там 1, 2, 3 перчинки. Этот перец всегда будет радовать вас большими урожаями. Срок созревания такого перца 85 дней. Это ранний сорт хабанера. Острота у него от 50 до 100 тысяч. Конечно, не такой, к примеру, как красный хабанера или хабанера Ред Савина. Ну, компенсирует вам остроту его урожай. Посмотрите, какое количество. Вот у меня здесь в рядочке вот капельная лента лежит. Я под капельной лентой. У меня здесь 18 кустиков. Вот 18 кустиков перчика. Перец просто супер. Смотрите. Смотрите, сколько он вяжет, ребята. Просто невероятное количество перца. Просто суперские. Если у вас такого нет, вы можете закатать у нас. И он будет радовать вас круглый год таким урожаем. Этот перец многолетний. Его можно выращивать как в открытом грунте. Также можете выращивать его в теплице, у себя на подоконнике. На подоконнике высота у него будет где-то в пределах 50 сантиметров. Вот он, видите, у меня палка привязана, потому что он падает. Падает от такого количества плодов. И вот, смотрите, второе у меня тоже такое же точно. Вот палка привязана. Почему? Потому что все это рушится. Вот. Так что, ребята, бесподобный сорт. Если вы будете делать себе соусы, пусть он не супер-супер острый, но мне кажется, таким количеством можно сделать литра 3-4 соуса с одного кустика. Так что сорт просто идеальный. Если вам такой перчик понравился, вы можете купить его у нас. Ссылочку на каталог семян вы можете найти под этим видео в верхней строке комментариев. Так что можете заказать семена перцев, семена томатов, соусы. Вы можете найти все там. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на наш канал. Ставьте палец вверх, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые наши видео.